распаковка фильма Warcraft на Blu-ray. Цифровое издание в комплекте коды на игровой контент. Смотрим, здесь дополнительные материалы указаны. Удаленные сцены, киноляпы, эксперимент Мадам Тюссо, тизер 2013 года и тому подобное. Какие тут языки, английский, русский и так далее, субтитры, множество всего. Звук 5.1 это, видимо, русский, 2.0, скорее всего, английский, регионы все, какие могут быть на Blu-ray. В отличие от изданий на других, в других странах, эта версия включает только Blu-ray диск. Кстати, это эксклюзив для видео. Не знаю, почему эксклюзив, но как есть. А только Blu-ray диск, вот тут даже так написано Blu-ray. Если посмотреть, то версия для какой, не знаю, какой страны, также в себя включает не только Blu-ray, но еще и DVD-диск. Вот он. И здесь написано в том числе, что эксклюзивы на Blu-ray чуть-чуть отличаются. И самое интересное для меня, это вот Digital HD, то есть в комплекте еще копия версии, копия фильма на iTunes. То есть можно будет смотреть цифровую копию этого фильма. Это очень интересно, но что у нас не так. Также, кстати, на заграничных рынках предусматривается еще 4К-версия фильма, но у нас таковой я не нашел официальной российской, только Blu-ray, либо Blu-ray 3D, либо DVD. Давайте вскроем коробку. Упаковку. Так. Вот так стало чуть поярче, потому что очень уж какая-то темная оказалась бумажка, но нет. А ведь и вправду в комплекте идут коды. Потому что далеко не во всех фильмах, где я пытался найти в продаже диск именно с кодами, они были. Сам диск. Красивый Blu-ray. Отлично для нас. Это, кстати, первый Blu-ray в коллекции. Все было DVD до этого. Ключи. Всяческий буклет с рекламной информацией. Чтобы получить тра-та-та. Ключи мы позамазываем. Подарки выглядят вот так. Все, на этом спасибо. До свидания.